Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Винда Ванам Манухарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бхавача Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Лангпангум Лангхайти Гирим Ятки Патам Ханганди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесва Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттамам Девинг Сварасватинг Весам Тато Яйо Мудирай Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасу Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Арвиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуржита Кимапикабхудуша Дарши Урнану Рагура Сасагура Сара Мурти Саратика Мои Када Кипан Кроши Сри Кришна Чайтанна Прахунитаранда Сри Аддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхар Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табама бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадани Лакшмир Джоша Чавакшаши Джасиасида Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе,
Nayanam galadasudharaya badanam gadagadaruddhaya gira pulakair nichitam bapu kadatava namagohane bhavishvati. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that, try to get rid of history and allegory. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы должны избавиться от истории и аллегории, чтобы начать Харибаджан. И вот Гаудия Гоштипати Шишчила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такова Прабхупад сказал, что для того, чтобы войти на путь Харибаджана, нужно избавиться от истории и аллегории. Но мы постоянно заняты этой историей и аллегорией. Мы не думаем о свидетельствах из Писаний, а только занят за историей и аллегорией. Что такое аллегория? Какие-то мечты, которые никогда не сбываются. Это зовется аллегорией. Какие-то неверные представления, мечты и прочее. История — это поток событий в этом материальном мире. Мы уделяем им внимание и не заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджаны. Под именем Харибаджана мы часто делаем что-то другое. Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что те, кто получили вкус к настоящему Харибаджану, они не могут оставить его. Шрила Прабхупад говорит, те, кто обрели вкус настоящего Харибаджана, они никогда не оставят Харибаджан. Но те, кто не обрели вкус Харибаджана до сегодняшнего дня, то такие люди обычно заняты лампхой пуджей практически. Это так обычно происходит. И когда я думаю о своей личной практичке, так или иначе, поскольку желание практичке может быть в форме какого-то запаха даже, то есть нужно проверить себя, есть ли у нас стремление к славе, но внутри, в скрытой форме, может быть, запах практически тоже помешает. И он опасен. В итоге он может сбросить нас с пути баджана, поскольку как рак, например, иногда он быстро развивается. Я знаю одного преданного, он ученик Сиддханти Махараджа. Работал директором на телевидении в Калькутте, в Талигадзе. В Читане Гуди Матхи жил какое-то время, и однажды он заболел. Какая-то ерунда случилась, незначительная, и вот расцарапал, кровь пошла. Через пару месяцев тут рак у него начался. Вот оттуда и... Ну, в общем, рак он очень опасен. И на пути баджана тоже такое часто бывает. И вот... В общем, запустил он свою болезнь, и уже исправить было практически невозможно. И также на пути баджана, если запустить
такие вещи, то уже исправить практически невозможно, но все же какая-то вероятность есть, поскольку по милости чистой Гуру Вайшнава все может произойти. Шрила Прабхупада говорит, не все могут понять, но все же кто-то может. И с такой надеждой я беру корзину, полную абсолютно истины, и пытаюсь распространить ее, что кто-то примет. С этой надеждой, если у меня есть какое-то корыстное желание, то тогда для меня невозможно говорить Хари Катху. Много раз я говорил Хари Катха по указанию Гуру Вайшнав. Я говорю, и это не инструмент сбора лабхи, пуджи и пратишти. Моя Хари Катха — это наивысшее служение моей Гурварги. Я слуга слуги. И это мое отождествление или, в общем, то, что я должен говорить Хари Катху, это моя цель. И вот что Читания Махапрабху хотел сказать нам, и то, что сейчас под видом его учения подают, это разные вещи. И вот когда ученик отклоняется от пути группы от Падмы, хотя бы немного, но это отклонение в долгом этом, ну как, например, рельсы. Рельсы идут параллельно, вот если посмотреть, то они вдалеке сливаются в одну линию. Хотя не параллельно, но выглядит так, как будто они сливаются. И также наоборот, если мы вроде бы не отклонились от пути Шрилы Прабхупады, просто немножко, совсем немножко отклонились, но если это наш путь протянуть дальше, то это отклонение все будет возрастать и возрастать. И как же это исправить? И вот в начале всего Шрила Прабхупада говорит, когда мы совершаем Гуру Вайшнава Севу, мы думаем, что нам нужно от этого, какой у нас интерес. Когда я совершаю Гуру Вайшнава Севу, я думаю, какой интерес в этом. Можем ли мы обрести что-то от этого? Если есть какие-то красные мотивы в обретении славы и еще чего-то. Многие хотят какой-то награды, зарплаты, еще что-то за то, что они делают на духовном пути. Но мы должны служить искренне, без ради высшей цели. И вот в начале всего мы совершаем Гуру Сева. Если у нас есть какой-то интерес, если нет интереса, то тогда день за днем если мы искренне не заинтересованы в этом, то скоро мы потеряем вкус к совершению Гуру Сева.
Это у Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа был один какой-то ученик, но он ему служил какое-то время, потом сказал, что делайте сами ваше служение. Вот этот ученик, Бабджи Махараджа собирался ехать на Запад, Бабджи Махараджа попросил какой-то словарь, чтобы хотя бы немножко слов по-английски знать. Потом у него что-то с сердцем случилось, какой-то сердечный приступ был. И вот удача, не у всех есть удача, у некоторых она сгорела, и они бросают вызов Гуру Вайшнавам. И вот не все могут понять и узнать Гуру Вайшнавов, даже находясь рядом и видя их. И вот может начаться такое, как не сотрудничество, а потом конкуренция, что кто-то хочет. Соревноваться с Гурдевом, что они сделают там в 10 раз больше, чем Гурдев. Это один из признаков того, что появился такой рак на духовном пути, который нельзя исправить, уже поздно исправлять. Competition, after that, confrontation. Но потом противостояние с Гурдевом может начаться. Но не все люди понимают это. И вот историю я вспомнил по милости Шрилы Прабхупады, он ее написал. И вот один учитель математики был занят учить математики какого-то мальчика, лет в шестом-седьмом классе где-то. И вот он тригонометрию преподавал ему. И вот он учил этого ребенка, тут мать услышала и говорит, вот и чему ты учишь, как он это много. По треугольнике рассказывал, что тут АБЦ сторона, тут мать услышала, одним ухом на тебя пришла, начала возмущаться, чем тут вообще вы занимаетесь, зачем его алфавиту учите, мы тут тригонометрию вам платит, а вы ерунду страдаете. Ну, он пытался как-то оправдаться, что АБЦ это всего лишь сторона треугольника, а мать ничего не хотела слышать и решила выгнать. И вот так и некоторые люди, услышав что-то краем уха, не поняв, считают Гуру Вайшнава своими врагами. Раван
Как Раванах, он хотел ударить Вибишану и доказать свою авторитетность, что Рама не авторитетен, а я авторитетен. Дурьотхан хотел бросить вызов Дурьотхане. Дурьотхан Видурим вызов хотел бросить, и вот Видура хотел доказать свою авторитетность, что этот Видура не авторитетен, поскольку и, к сожалению, на пути преданности тоже такое иногда возникает. Кто-то думает, что я злюсь, но я не злюсь, я думаю о будущем, о благе всех. Махапрабху пришел, чтобы спасти всех, но какие-то люди возмущаются, кто такой Нимай, какой его статус. И вот Махапрабху говорит, когда кто-то вот, знаете, какие-то люди решили побить его, их образование, их знания, они исчезли. Когда человек развивает оскорбление какое-то, то его уровень сознания опускается до такого уровня, что не может понять элементарных вещей, становится как животное, которое движимо инстинктами. Видура был выгнан за то, что пытался утвердить абсолютную истину, ничего плохого не делал. Только хотел утвердить абсолютную истину, или Вибишан, тоже он хотел утвердить абсолютную истину перед своим старшим братом. И это причина, по которой он был выгнан. И вот различные анартхи. Иногда, ну, в какой-то день я могу рассказать об их всех, чтобы вы поняли. Вот Душкрити, Двахраш, на санскрите их называют. Есть много анартх, даже внешние, если мы, как я могу дать вам понять. Весь день и ночь я думаю, с научной точки зрения, с философской точки зрения, с практической, для примера, но не все могут принять их. Люди заняты историей и аллегорией. Я думаю, что с незапамятных времен они не могут получить вкус абсолютного бхаджана. Те, кто получили вкус карибаджана, но они никогда не оставят его. Она не бхаджана даша. Почему я не люблю братишту? По милости силы Прабхупады Гурварги, они дали мне вкус этого баджана.
И поэтому я стремлюсь туда. Те, кто получили вкус ананья-бхаджана, они никогда не будут стремиться к лакхе, пуджи и пратиште. Даже если вы достигнете уровня бхава-бхакти, оттуда тоже есть вероятность падения. И вот если вы запутались о каком-то ачарье или о своем баджане, или вашем баджане, может быть, я нахожусь на каком-то уровне совершенства, или кто-то думает так, и вот люди имеют право думать, что хотят. Кто-то думает, что он совершенен, поскольку очень популярен. Весь мир может сказать, но какие-то люди могут говорить то, что никогда не скажет Шрила Прабхупада. Если кто-то... И вот то, что я говорю в абсолютной истине, некоторые думают, что это... Vidurji Maharaj wanted to speak all about absolute truth. Rajan, you are not doing that way. Don't do, you don't obey. Ну что это какое-то мужество? Как этот Вибишан имел мужество говорить об абсолютной истине перед Раваной? Вот Кришна. И вот Видура, кто-то там начал его ругать за то, что он там сын служанки, и что он туда вообще делает, и что смеет говорить. И Видура подумал, что это воля Махамая, почему он столько энергии уделяет мне, чтобы выгнать меня. И мой случай тоже похож. Почему? So Vidhi Ma thinking why I can allow him to waste energy is so important thing. He can keep me waste his energy. I myself can do it. И вот Видура решил сам уйти, сказал, что сам уйдет, зачем меня выгонять. И вот, к сожалению, в мире преданности такие вещи часто происходят. Как достичь уровня преданности, даже о том, чтобы начать баджан, это уже другое дело. Просто достичь уровня преданности, это большой вопрос в наше время. И вот Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам то, что он готов служить Богу без всякой зарплаты. И вот в этой шлоке говорится, что он хочет зарплату в форме Кришна Према.
и ничего больше. То есть нужно определиться, что нам нужно, лабхапуджа и пратишта, либо бхакти. Одновременно мы не можем это получить, нужно определиться. What to speak about Srila Madhavendra Paripad and his mood. И что говорить о Мадхавендра Пурипаде, его настроении? С кем можно говорить об этих возвышенных вещах? Кто-то говорит. Шрила Прабхупада, Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, что демоны тоже могут цитировать Писание, но в соответствии со своим выбором. Они изучают шастры, выбирают какие-то шлоки и цитируют, чтобы поддержать свои, чтобы подтвердить свои действия и оправдать как-то словами Писания. Поэтому демоны тоже цитируют Писание, но что, какое дело нам до этого? Слушать Харикатху от Хираньякашипу или от Равана мы не будем, хотя они очень сведущие, знающие Равана. Он знал множество стихов на санскрите. Когда совершал арати, он сочинял новые стихи на санскрите в его честь. Не запоминал и читал, а сочинял новые стихи каждый день. Но все же Равана — это Равана. И мы не заинтересованы в том, чтобы слушать какие-то наставления от Раваны и Камсы. Гуру Вайшнавы иногда могут обмануть нас, давая нам какое-то уважение, почет. Кто-то... Шрила Прабхупад говорил, Мадхавендра Пурипад, и вот это внутренняя суть нашего Гауди Баджана в этой шлоке. Если мы не понимаем эту суть Гауди Баджана, то мы не сможем начать Хари Баджан. Иногда выглядит, что Шрила Прабхупад не скинчен или Шрила Бхактивинода Тхакур. Он Гуру Кешода с Бабаджи Махарадж, он не скинчен. Вот Бхактивинода Тхакур живет в каком-то здании, Гуру Кешода с Бабаджи Махарадж на улице. Но вайрагья, их отреченность жизни Шрилы Сачидананды Бхактивинода Тхакура и жизни Гуру Кешода с Бабаджи Махараджа одинаковая, хотя внешне может выглядеть не совсем так. Мы не должны запутываться в этом. Мы думаем, что Прохлад Махарадж не шкинчен, сидит на троне.
Юдхишир Махарадж тоже не нишкинчан, тоже сидит на троне, царский пост занимает, царем является. Но нет, Юдхишир Махарадж, он нишкинчан, Прохлад Махарадж тоже нишкинчан, поскольку мы не знаем значения слова нишкинчан. Нишкинчан значит наша жизнь и душа. Это единственное сокровище в нашей жизни, это Бхагаван. Если это так, то мы нишкинчаны вне зависимости от внешнего положения, в котором мы находимся. Но если мы хотим злоупотреблять этой шлокой, то нет, это неправильно. Я знаю, кто-то может применять эту шлоку в нашей жизни, но нет. Поскольку все действия, то, что мы пишем, делаем, это свидетельство. Нитянанда Прабху не может совершить ошибки, оскорбления в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнава, поскольку они исходят из его стоп. Как он может? Нитянанда Гуранга, они думают, что они мое сердце. Пытайтесь совершать киртан с великим энтузиазмом. Иначе, когда вам выпадет такой шанс? И вот Нитянанда Прабху не может совершить никакого оскорбления или Менкетандас. Внутри сердца Менкетандаса Нитянанда Прабху находится. И поэтому наш Кришнадас Кавираж Госвами пишет, когда Менкетан Рамдас был приглашен на какое-то собрание на Пуджаре, который служил божествам, он не выразил ему почтения. Но тут Менкетан Рам не придал значения тому, только сказал. Что такой же случай, как слово Махараши Сута, и когда-то он не встал, когда Баладев пришел. И после этого Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что мой брат имеет огромную веру в Гурангу, у него нет веры в Нитянанду. Хотя Гуранга и Нитянанда, они не отличные. И поэтому он не выражает почтения ему. Но в итоге Гунаван Мишра, брат Кришнадас Кавираджа Госвами, он совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Нитянанды. Подлинный представитель Шрилы Прабхупады, если он оскорблен, то это оскорбление Шрилы Прабхупады. Не все слушали эту сиддханту, слушают какую-то болтовню под видом лекции и харикатхи. Если можно, если посмотреть, большинство лекций под видом харикатхи обычная болтовня. Иначе, если бы не говорили настоящую харикатху, то увидели бы вещи такими, какие они есть. Гуру Вайшнава, они заинтересованы в том, чтобы утвердить абсолютную истину и не хотят никого оскорбить. Это указание Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады и Говарги Свау Гасая. Only
Мы не заинтересованы в том, чтобы слушать какую-то историю. И вот здесь говорится, что даже если сам Шанкара совершит оскорбление, то и он будет наказан. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит, когда Менкетан Рамдас ушел, он был недоволен, что Нитянанд не выразили почтения, и он сломал свою данду, и Кришнадас Кавираж Госвами пишет, с этого момента мой брат пал. Ну, что значит пал? Ну, что такое падение с духовного пути? То кто-то думает, что падение — это там жениться, ну не то жениться, как. Ну, сделать что-то нехорошее, в общем. То есть, вероятность падения с духовного пути, она бывает. Но опять же, кто-то вот в Индии думает, что общаться с женщинами — это признак падения, но это не так. And if any amount of pratishtha, love, puja, pratishtha giving, you are giving to me, if it is not going to touch my heart, I hate hearing my own glorification. I hate brooding, I hate hearing my own glorification. I hate taking any garden. Мне не нравится слушать о своей славе или принимать гирлянды, я не люблю это. И вот трансцендентная пратишта, Вайшнава пратишта, я передаю ее Шриле Прабхупаде. Хануманджи, он сжег Шриланку. Кто-то говорит, что это оскорбительно, греховно сжечь Шриланку. Но Хануман говорит, я ничего, никого не оскорблял и грехов не совершал. Я совершал служение Рамачандре. И то, что ты сжег ланку, это не какой-то мой интерес. Исполнение воли Рамачандры. Я принадлежу Раме. Вот Хануман может даже разорвать свою грудь и показать, что там находится Ситайрама, а в моем сердце находится Шрила Прабхупада. И откуда такая пратишта приходит? У кого? Кто понял, кто такой Шрила Прабхупада, они никогда не забудут его. И вот Хануман открыто провозгласил, что я не совершил никаких оскорблений, ни грехов, я просто служил Рамачандре. И вот его, то, что он сжег ланку, это служение Рамачандре. И таким образом мы не можем доказать, что наши усилия утвердить трансцендентную сиддханту, абсолютную истину, это не оскорбительно. Хотя кто-то может так думать, я каждый пытаюсь уделять всю мою энергию на проповедь абсолютной истины. Бхагаван вдохновляет меня. Поскольку без вдохновения я не могу говорить или писать что-то.
is in air or a moisture cat chuck chuck no fire. I'm not of damp matches. Если я совершу оскорбление, то я стану подобным отсыревшим спичкам, которых нет огня, но и не будет вдохновения. Но если получаю вдохновение и делаю то, на что меня вдохновляет Бхагаван, то все хорошо. Иногда можно видеть, что по базару идет слон, и собаки лают на него. If you think I'm a dog, then why you are barking? You are defeated. Why you feel some fear by watching this guy Harikatha and you feel? That's mean you are going to speak me, I am beast, liar. So elephant can go away without caring on dog, but surely when lion coming, elephant cannot. So this is your position. So long you thought, you can treat as a street dog, but now the lion, so I fear it. Some agitation started. This is our success. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж говорил, что вот Бхартия Мас когда спросил, что вы так много... А то, что когда они проиграли в суде, Бхартия Мас сказал, что мы столько потратили денег и усилий, но проиграли, но Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал, нет, мы победили, хотя... Ну, то есть с Гаудимиси тяжба была. То есть Кешав Госвами Махарадж, по сути, победил, хотя внешне проиграл дело. Это была победа Гауди Мадха, Гауди Послания и Шрилы Прабхупады и Гуру Варги. Поэтому суть была в том, что они начали делать то, от чего отказывались. И это Гауди Мисси. И вот когда... Вот собаки очень преданные, и я также предан Гурварге, как собака. Собаки по преданности среди животных самые такие, самые преданные во всем творении, самые верные. So, okay, no problem. In Sanskrit, Gram Singha. When you know the meaning of Gram Singha, Gram Simha. You don't know. Что это? We know in English. На английском. Dog, you say dog. Собака. Follow. Bengali, we can say kutta. На бенгале кута или куку. На хинди кута. Но на санскрите собака называется грамасимха, грамсимха, симха, лев, грам, деревенский лев. Ну, so long for 14 you wanted to sing, maybe they are street dogs, Gram Singha. But now you cannot ignore, this is going to reach our agitation, our is. So in the way of getting liberty, И вот на пути обретения освобождения Шрилы Кешава Госвами Махарадж говорил, может в процессе возникнуть некоторые что-то, где нам придется чем-то пожертвовать, вот в том случае внешней победы, для освобождения страны какие-то жертвы иногда бывают. Let people say,
И вот преданные верные собаки никогда не думают о последствиях, они всегда готовы защитить своего хозяина. И вот сейчас ситуация очень опасна, Хануманджи. Вот Хануман, откуда? Откуда слово «когда» пришло? Мы хотели определить свою позицию. У нас есть свое право. Мадхавинда Пурипад, он всегда оставлял за собой право совершать эксклюзивный баджан. Мадхавинда Пурипад делает его все время, совершает. Шрила Прабхупад говорит, что внутреннее настроение Мадхавинда Пурипада, суть Гаудия Баджана, уже дана Мадхавинда Пурипада, и это послание Шримати Радхарани, которое произошло из уст Мадхавинда Пурипада случайно. И в читании Чайтамрити говорится об этом, и вот суть в чем. То, с чего я начал. Когда мы заняты материальными вещами, мы не думаем о том, что нужно совершать настоящий баджан. Поскольку мы заняты какими-то материальными вещами и удовлетворены ими лапхи, пузы и пратишты. И вот мы можем почувствовать дух Мадхавинда Пурипада или подумать, почувствовать чувство Гуранги Махапрабху, если мы достигли того уровня. Если в нашей жизни цель, как у гопи, какова их цель? Они молятся Йогамая. И мы молимся Махамая. Об анартхах я могу рассказать, как анартхи приходят в форме рака, чтобы покрыть наше сознание и бросить нас в океан страданий. Я говорил на хинди, на бенгале об этом. Вот на хинди манашикши я буду говорить по милости у Гурварги Рагунат Дасамгаса. Вот Брахма Самхита сейчас заканчивается, и манашикша начинается. Но кто может понять эту тему? Люди в основном заняты какими-то материальными вещами. И вот Мадхавинда Пурипад в нашем Гауди Баджане он принят как он подобен как колонии Гауди Баджана. Он один из олицетворяет собой одну из главных колонн. Like the case of Howrah Bridge, you can find no support that side. Колонны очень важны. Как если посмотреть на мост через Хавру, там так мост построен, что держится на опорах, которые
All the pressure coming down, na, the pressure can bounce, go back into different angle. Not bifurcated, trifurcated, or maybe more. So nice calculation. Bridge has no, the bridge has no external pillar, but the bridge is connecting with one thumb with another. In such a calculation, you try to understand the brain of that engineer. Scientist, I can say scientist. Innovation. Follow how it is connected. How it is connected. Then the whole, you know, this way you can see, so this way you can see all the pressure coming down, but the pressure is such a scientific procedure, it can go up. And pressure cannot go in one place. And they can manage. This way. Follow. So Madhavendra Puripad is the pillar, main pillar of our Gauri Bhajan. Some foolish society speaking this и вот Мадхавендра Пурипад – это колонна нашего Гауди Бхаджана. Кто-то говорит, что Гуранга – главный, но все же это не обязанность Верховного Господа начинать новую сампрадаю. Это обязанность преданного. Бхагаван может сделать это через кого-то, как Рамануджачарья, Вишну с вами, Нибхакачарья, Мадхавачарья. И вот наша Гауди Сампрадая, у ней есть особенности, это нет сомнений в этом, но она связана с Мадхавачарьей, поскольку наш Мадхавендра Пурипад, он от Лакшмипати исходит в своей Парампаре. И после этого кто-то задает вопрос, как? Мы можем сказать об этом, это благодаря могуществу Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура сказал, Била Мангала Тхакура, Мадхавендра Пурипад. Хотя внешне мы не можем найти гуру-аватару, золотую аватару. Все же Бхактивинода Тхакура, он написал, пишет свои Сиддханты достаточно давно. И вот кто-то, Била Мангала Тхакура, Гуранга явился в его сердце. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. И сейчас какая-то группа говорит, что Бхактивинода Тхакура не прав, что же делать? Кто-то может бороться со мной во Вриндаване, есть один институт собак и кошек. Они игнорируют Шрилу Бхактивинода Тхакура, говорят, что он был неправ, Джайвадхарма неправильно. И вот чем больше внимания мы будем уделять каким-то посторонним левым людям, тем больше мы будем терять Бхаджан. И вот мы думаем, как сохранить и защитить наш Бхаджан. И вот сейчас они говорят, что Бхактивинода Тхакура не прав, и Джайвадхарма неправильно, и ну, Камса и прочие демоны могут говорить любую ерунду. Или Шишупал может говорить какую-то ерунду Кришне, но какое дело Кришне до этого? Кто-то спрашивает моего, авторитетен ли я.
Обычные люди спрашивают, насколько авторитетна Сита Деви, ну, какое дело нам дает мнение, но сидя на Вьясасане, если они посмотрят на меня и услышат хотя бы одно слово мое, они не будут сомневаться в авторитетности Ситы, а они пытаются бороться, поскольку не находятся на нейтральном уровне, у них нет беспристрастности. Мать может сказать, то только мать знает, чей ребенок. Она обычно знает. Она может подтвердить. И моя мать может узнать своего ребенка. Она может сказать, что... И обычно может сказать, кто его отец. Раньше я вообще не интересовался происходящим, жил в Вриндаване, даже не знал, кто в Индии премьер-министром работает. Вот сейчас так или иначе вынужден знать обо всем. И вот только мать может подтвердить, что это ее ребенок, и сказать, кто отец. И как в случае в Упанишадах, Джавалсатякам, он сказал, что моя мать не знает, кто мой отец, и все начали смеяться, но Гаутами Риши понял, что он прав, он браман, поскольку посмел сказать об абсолютной истине, и такие и правдивости, это качество браманов. И я также не стесняюсь говорить об абсолютной истине, какой бы она ни была. Я могу привести множество свидетельств из Писаний, но так или иначе, мои усилия никогда не прекратятся. Новое поколение может понять. Мать может сказать, кто отец ребенка, что тут точно сказать, кто, ну что, это ее ребенок. И вот такое настроение вызова, но нехорошо. Мадхавинда Пурипад находится в преемственности Мадхавачарья, мы Гаудия Мадхава Сампрадая. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто не игнорирует ее, они шпионы Кали, те, кто игнорирует Гаудия Мадхава, Гаудия Сиданту, находясь в преемственности Гауранги Махапрабху, то, что сейчас делают, я не знаю. Гаудимат значит наша Гурварга. Если вы хотите проверить меня, проверьте.
Ну, то, что делает, у нее до этого дела нет, поскольку не все те, кто внешне следует Гауди Сампрадай, не все с Гауди Мадха, их действия показывают обратное. Ну, то, что они не с Гауди Мадха, хотя может быть внешне похоже. Я говорю о том, что сказал Шрила Прабхупада, и таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что некоторые люди, подобно шпионам, которые извращают учение Гауди Сампрадая, мы должны подождать и посмотреть. И что же делать? И вот смотрите, Мадхавинда Пурипад, он главная колонна на пути нашего Гауди Бхаджана. И вот их положение очень тяжело, что они не могут даже сказать, как сделал Сатьякам, они даже не могут признать и назвать вещи своими именами. Как прекрасный аромат жасмина, невозможно ожидать от каких-то пластиковых или бумажных цветов. И вот на урду есть такая пословица. То, что нельзя ожидать прекрасного аромата от пластиковых или бумажных цветов. И вот от Мадхавинда Пурипада, Ишва Пурипад, наша Гуру Парампара исходит, и этот Мадхавинда Пурипад, он лучше из Нишкинчинов. Даже он ничего не просит, ничего не просил, только молоко пил, и то, если кто-то дает ему. Сам он не просил, он предлагал для Бхагавана и пил. И вот этот Мадхавинда Пурипад, в итоге что случилось? Его любовь к Кришне была настолько велика, что Махапрабху приводил его в качестве примера, что Мадхавинда Пурипад Гуранга сам сказал. И Нитянанда Гуранги тоже, Гуранга тоже сказал. Нитянанда, подумай, что Кришна явился перед нами. Махапрабху говорит Нитянанда. Думаешь ты, что Мадхавинда Пурипад, посмотри, как, насколько удачлив Мадхавинда Пури, Кришна явился в его жизни во сне и непосредственно сам принял служение от него. И вот пример начала Чандан Ятра, это Мадхавинда Пурипад начал. И как это случилось? Он очень сильно любил Кришну, и в итоге Адвайта Гасай также принял его как гуру, Нитянанда.
кто-то говорит, что Нитянанда получил от Лакшмипати посвящение. Ну, так или иначе, это их дело. Но это только Мадхаванда Парипад, с помощью которого мы можем обрести связь с Гурангой. И вот Мадхаванда Парипад, он отправился во Вриндаван, совершил парикраму, сидел на берегу Говиндакунды. И вечером пришел какой-то маленький мальчик, очень прекрасный, пришел и спросил у Баба: вот молоко я вам принес, ешьте. Кто ты? Я тут вот с ближайшей деревни, пастух. Моя мать и Гопи увидели, что вы тут поститесь. Они послали меня с горшком молока для вас. Вот, пожалуйста, и пейте. Мадхаванда Парипад не был не особо голоден. И вот Мадхаванда Пури, он везде видел Бхагавана. И вот в любой ситуации он чувствовал себя спокойно. Это один из признаков. Но сейчас весь мир игнорирует эти признаки настоящего преданного, а интересуется только историей. И вот Мадхаванда Парипад, после того, как Кришна ушел, он выпил молоко, почувствовал вкус какого-то нектара много раз. Он пил молоко, но такого нектарного вкуса не было. И вот он почувствовал какой-то поток энергии. Что случилось? Only Saturday coming back and Sunday staying and again Monday going. Then he is calling to Guru Maharaj. Maharaj, not responding. He's gone deep into. И вот однажды Шрила Бхакти Павлана Пури Госвами Махарадж повторил Харинам, и тот какой-то другой преданный пришел, его звал активно, пытался его, ну, растормошил его. То есть вот и Барин Бабу, то есть когда, ну там письмо или что-то передали через него, и тот спросил: можно вопрос задать? Да, задавай хоть сотню вопросов. Ну, у меня один вопрос. Вот когда я прикоснулся к вам, как бы вы Харинам повторяли, я почувствовал какое-то электричество. Что случилось? Откуда это? Гуру Махарадж думал, что ответить, и сказал, тот опять спрашивал, что это было, и Гуру Махарадж сказал: это сила, она ушла к тебе. Ну, он понял. И вот такое часто встречается. Вот, тут они какой-то
Гуру Махарадж, когда прикасался к кому-то, чувствовали какое-то электричество от него исходит. И ко мне прикасался, я тоже чувствовал. И в итоге что случилось? Мадхвенда Пурипад. Он главная колонна Гаудия Бхаджана. И вот в этом киртане там мантра парампара, потом Бхагават парампара. И таким образом все приходит в гармонию. Поскольку мантра парампара, она постоянно прерывается, что-то происходит. Поэтому Бхагават парампара более практичная. Как Рамануджачарья. Ну, там тоже какой-то был обрыв. И вот Ишва Пурипад после этого, кто там, вся вот наша преемственность, Махапрабху, Рупа Санатан, Джива, Гунатха, и так она происходит, народ там и все остальные. В итоге Бхагават Парампара, поскольку было много обрывов в процессе, поэтому Бхагават Парампара, она более практично. И вот Мадхвенда Пурипад, он отдыхал ночью, и Гопал пришел, я сказал, я пришел к тебе сам, чтобы напоить тебя молоком, ты не узнал меня, и тот сразу проснулся. Я здесь внутри, ну, вот, в джунглях Гавадхана очень давно. Падманабха оставил меня здесь. И поэтому он вот откопай меня там в джунглях и построй храм для меня. И вот Мадхвенда Пурипад начал плакать, что сам Бхагаван пришел к нему, но он не узнал его. Насколько он удачлив, но и столь неудачлив, что не смог узнать, что же делать. И в итоге Мадхвенда Пурипад решил он позвал Враджаваси, чтобы они помогли ему эту Гопалу Шинаджи найти в джунглях. И вот построили какой-то временный храм, потом большой постоянный. И вот таким образом Мадхвенда Пурипад начал служить Гопалу. В пожилом возрасте все враджаваси помогали ему. Они пожертвовали коров, 10 тысяч коров ему. Вскоре после этого. Но Мадхвенда Пурипад был нишкинчан, в Анакут, праздник Анакут, он видел, как Гопала все ел, никто не видел, кроме него, Гопала все принимал, спросил, есть ли что-то еще. Гопал принимал все, Мадхвенда Пурипад видел горы риса, чапати, пури. И все остальное Гопал ел, и поскольку он парипурна васту, все, что он съедал, оно оставалось в целости. Но хотя Гопал это все принимал, но
оно и оставалось в телесности. Потом начали раздавать прасад, Мадхавина Пурипат немного выпил молока. И после этого два брахманы из Бенгала пришли, чтобы помочь ему. Мадхавина Пурипат дал им дикшу обоим и занял их в служении Гопалу. Поскольку до этого Гопал опять пришел во сне, сказал, что я был на солнце долгое время, мое тело горит, и поэтому почему бы тебе не пойти и не принести чандан. Чандан достаточно дорогой, растет в другой стороне Индии. Сказал, еще он сказал, что не надо никого посылать, иди сам принеси, самолично. И вот он пошел в Пури. Дошел в Балешвар, там Кирачва, Гопинат. Там мы знаем, что случилось. Система в храме была, что 12 горшков особого кира предлагают. И Мадхавина Пурипат смотрел, пошел на арати, потом увидел это и подумал, что если бы он мог попробовать этот хир, мог бы такую же для Гопала сделать. А потом подумал, что я настолько жаден и вожделенен, что мне тут нельзя находиться с такой жадностью и вожделением к хиру. Поэтому лучше мне уйти. И вот только он подумал об этом. И вот он пошел где-то сел под деревом и начал повторять харинам. И после этого Гопинатх украл горшок хир для него, для Мадхавинды Пури, но никто не знает. Пуджари был очарован. И также я слышал от Рабиндранат Тхакур. Рабиндранат Тхакур описывает какой-то спиритический сеанс, когда вы вызвали душу его слуги, как его, Лалалал, как его звали, вот спросили, где ты живешь. Тут сказал, что... Ну, тут шутить любил, поэтому... Он так ответил, шутя, чтобы никто ничего не понял. И Мадхавинда Пурипат. Гопал украл кира. Эта новость могла распространиться везде. Пуджари ходил и кричал, но вынужден был следовать наставлениям Гопинатха. Вставай, принимай омовение. Вот, там найдешь спрятанный горшок кирой, там на деревенском рынке Мадхавинда Пури.
иди отдай ему. И вот он пошел кричал. Кто? Мадхавинда Пури. И вот тут нашел Мадхавинда Пури, поклонился ему, сказал, что вот сам Гопинатх украл для тебя горшок Кира. Мадхавинда Пури начал расплакался, взял Кир и ушел. И вот Мадхавинда Пури думал ночью, там еще более-менее не шло, но днем все узнают, что Гопинатх украл Кир для меня. И стану известным человеком, поэтому лучше мне уйти перед рассветом. И вот посмотрите на настроение чистых гуру вайшнавов. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что пратишта, и природа пратишты, и вот Мадхавинда Пурипад, он так ушел, чтобы пратишта его не задела, но природа пратишты в том, что если кто не хочет пратишты, то ее приходит в несколько раз больше. Она посылается Бхагаванам, поскольку эти пратишты весь мир обретет благо, они узнают о таком великом преданном. Как Бали Махарадж, он родился в демонической семье у Прахлад Махараджа. Ну, его сына демона. Но Бхагаван все же назначил его царем, поскольку если преданный царь, то послание Бхагавана, оно, естественно, распространяется. Если Юдхиштхира Махарадж, он царь, то его преданные будут видеть его пример и сами станут преданными. И потом Бали Махараджа назначили на пост Индры. Что сказать еще? Это Мадхавинда Пурипад, я хотел сказать еще больше его настроении и всем остальном, но времени мало. Сейчас конец. You all sit in a queue. I can distribute prasadam. Because Akshaya Tritiya day, I started speaking Hari Katha. Opening was, I was so confident. Devotee speaking, Maharaj, there was no yoga. How you can start? They are asking me, how you can start? I don't care. I know Hari Katha is main yoga. So 100%, you start Hari Katha and Akshaya Tritiya, like yourself. So yoga was done. Janmashtami, after 3 months, 4 months. So I am so confident that actual Harikatha is called Yajna. So you see, I bring so many things.